Пусть будет два. Класс. А чупик мне зачем? Доброе утро, мам. Сколько раз я тебе говорила не сбивать аппетит конфетами? Я его еще даже не ела, и вообще мне в школу пора. Удачного дня. Что с тобой? Я даже спрашивать об этом не буду. Привет, Томми, как дела? Привет, а ты совсем не боишься за фигуру, уже с утра сладкое ешь? Нет, дружище, спасибо, что беспокоишься за мою фигуру. Так вот почему ты вечно просишь его звать, когда мы сидим у меня? Ты о чем? Не подходи к моему парню больше, понял? Итак, дети, записываем, у нас новая тема. Мистер Барри такой красивый. Мишель, пиши давай. Ну серьезно, не будь он учителем, я бы с ним замутила. Он еще и умный, и посмотри на его банки, он явно качается. Элизабет, не болтайте, а пишите. Я? Да я вообще молчала. Эй, Боттон, ну-ка сделай за меня домашку. Не буду, у меня нет времени. А чем это ты таким занят, интересно? Ха-ха, занятой наш. Отвалите от меня. Что ты сказал? Ну, мы тебе после школы устроим. Слушайте, ребят, не трогайте его больше, ладно? Вам же уже самим надоело. Ну да, повезло тебе. Привет, конфетка. Привет, я сегодня такое узнала, ты просто офигеешь. Оказывается, Томми мечтает о тебе и... О, да-да, потом расскажешь, ладно? А ты куда собираешься? Да я с пацанами пойду сидеть, так что сильно не теряй. И там, скорее всего, телефон не услышу, поэтому лучше не звони.